26 2021 года на автодороге А-229 Калининград-Нестеров госграница на 110-м километре 48-летний водитель автомобиля марки Hyundai Santa Fe, двигаясь со стороны города Нестерова в направлении города Калининграда, при совершении маневра обгон не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение со встречным автомобилем марки Volkswagen Passat под управлением 21-летнего водителя. В результате ДТП 21-летний водитель автомобиля марки Volkswagen Passat погиб на месте ДТП. Водитель автомобиля Hyundai Santa Fe и два пассажира, один из которых 11-летний ребенок, госпитализированы по СМП города Калининграда с многочисленными травмами. По факту ДТП проводится проверка. Уважаемые граждане, согласно пункту 11.1 ПДД РФ, прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса для движения, на которую он собирается выехать, свободна. На достаточном для обгона расстоянии в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения. Берегите себя и свои.